Около недели назад мы рассказывали о полуфинале всероссийских соревнований по баскетболу среди юношей до 14 лет, открытие которого состоялось в Славянском спорткомплексе «Триумф». И вот эти престижные соревнования закончились. Команда спортшколы «Триумф» хорошо подготовилась к турниру, соперничество в котором было весьма острым. Юные мастера оранжевого мяча из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ставрополя были настроены серьезно. И каждая команда, стремясь к успеху, на деле демонстрировала достигнутый ей уровень. В первом матче соревнований славянцы проиграли команде Ставрополя. Затем, победив команды петербуржцев и краснодарцев и уступив ростовчанам, славянцы встретились с московскими баскетболистами в последний день соревнований. Столичная команда вышла на этот матч с твердым желанием одержать победу. У нас дружная команда, да. Мы очень долго готовились, были большие и интенсивные сборы. Вот мы сюда приехали с боевым настроем. Сегодня осталась последняя игра, будем выигрывать. В матче славянцы, открыв счет, сразу же постарались показать, кто будет активнее в игре. Ребята из «Триумфа» действовали очень уверенно, дружно оборонялись, хорошо атаковали, постоянно вели в счете, увеличивая разрыв с соперниками. И результат на уровне. Матч закончился выигрышем славянцев со счетом 62-30. В итоге наша команда заняла во всероссийских соревнованиях почетное третье место. Первые два у ростовчан и ставропольцев. Турнир очень хорошо прошел, очень, да. Я вот сколько раз проводил, и в других городах был, и сам присутствовал. Ну, где-то, я еще раз говорю, всегда все люди стараются. Ну, я могу оценку 5 дать. И хочу поблагодарить наши школы. Все приходили, все болели, дети, преподавателям, директорам большое спасибо за внимание. Соревнования для славянских спортсменов и болельщиков стали настоящим спортивным праздником, подарившим незабываемые эмоции. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».